Что касается перевода, мы, конечно, сотрудничаем с многими компаниями, которые занимаются в том числе переводом мультфильмов. Вот нам фиксиков Холков из Мираса перевели нам фиксики, Холков из Мираса студии перевели нам фиксиков и крылья. Но это достаточно дорого, там 52 серии по 12 минут стоит у них 2 миллиона рублей. То есть это достаточно серьезное внимание, потому что мы закрываем плюс права, ну 2 миллиона рублей они как бы перевели нам за такую сумму. Как бы это достаточно серьезный бюджет, потому что закрывается всего 12 минут. Представьте себе, умножайте на 365 дней, умножайте на минимум 3 часа, 4 часа мультфильмов, вас получите исходную сумму, которую нужно получить только на переводе, так сказать, мультфильмов. Поэтому, безусловно, мы не сможем так работать, мы будем, естественно, у нас есть своя студия перевода, поэтому здесь планируется подразделение этой студии по переводу мультфильмов, которое предполагается, с учетом того, что здесь рядом с вами звуковая аппаратная, где здесь вообще-то писались раньше оркестры, каждый инструмент отдельно, поэтому мы сможем переводить, что называется, так называемый полноголос, когда переводятся все голоса. То есть сейчас у нас, вы знаете, перевод есть, у нас почти синхронные мы фильмы переводим, там где два голоса всего, которые заменяют все голоса. Мы хотим, конечно, сделать полноголос, это, конечно, уже дороже, для этого нужны и хорошие голоса всех наших артистов, всех наших ведущих театров, плюс молодежь, детские голоса, которые сейчас мы банк данных собираем. Турчак для театра кукол мы тут привлекать будем. То есть мы будем привлекать весь, абсолютно весь, что называется, спектр, потому что это достаточно сложно. И не все, сразу скажу, не все производители мультфильмов соглашаются на местный перевод. Что касается топовых американских мультфильмов, они, так сказать, если вы не знаете, скорее всего знаете, они сначала утверждают все голоса, как их надо представить варианты, потом они утверждают, и только под их руководством и под их контролем качества можно такие мультфильмы, ну я имею в виду вот голоса переводить, что называется. Не все мультфильмы возможны. Мы договорились с японцами, они пока в рамках года культуры Японии будут нам с ближайшего полугодия поставлять японские мультфильмы, аниме. Попробуем их переводить на татарский, посмотрим, что получится, как эта аудитория воспримет всю эту линейку аниме. Пока они согласились предоставить нам, скажу вам по секрету большому, пока они согласились предоставить нам эти мультфильмы бесплатно в качестве эксперимента, что для нас очень важно, то есть права на эти мультфильмы, ну пока мы не... Сейчас идет процесс заключения договора для того, чтобы они разрешили нам, у них есть русский перевод, мы хотим, чтобы они разрешили нам перевести на татарский, но для этого нужно, тем не менее, бюрократическую процедуру, таким письмом мы к ним обратились, и такую бюрократическую процедуру мы должны пройти.